Спонсор ролика – онлайн-магазин компьютерных игр steampay.com. Лучшие игры по доступным ценам. Ссылка есть в описании. Мы на стенде HyperX. Огромное количество всяких разных вкусняшек. Некоторые из них мы уже успели, к счастью, протестировать. Первое, что мне бросилось в глаза, это, конечно же, Mobile Wireless, который у меня сейчас с собой даже в рюкзаке лежит. Точно такая же моделька. Вот буквально недавно перед отъездом снимали. Суперудобная штука в плане раздачи Wi-Fi на ходу, считывания с флешек, перекидывания на информации, которую мы только на камеру отсняли, перекинуть ее на внешний жесткий диск. Это все без ноутбука под рукой можно сделать. Отличная штука. Ну, конечно же, танчики повсюду. С World of Tanks они тут, они везде по игромиру раскиданы. Оперативка на любой вкус и цвет. От попроще, побюджетнее, просто с радиатором, до навороченных цветных, с, естественно, DDR4, DDR3, под любой цветовой билд. И даже для ноутбуков есть DDR4 оперативка с радиаторами. SSD-шники HyperX Fury у нас был, мы его тоже тестировали на скорость, он сейчас трудится в моей, кстати говоря, машине. Отличная штука, только у меня на 120 гигов. Ну и, конечно же, уши. Я надеюсь, что вы меня слышите, потому что шум стоит дикий. И вот, кстати говоря, именно поэтому мы до выставки связались с HyperX, чтобы нам выделили Cloud Core. Вот я сейчас на них смотрю, они у нас тоже в рюкзаке лежат. Они нам нужны для того, чтобы монтировать в экстремальных условиях, потому что это сами по себе классные уши, плюс у них здоровская шумоизоляция. То есть внешний шум практически не слышен. И как раз то, о чем я говорил перед выездом, чем Cloud Core отличается от Клауда и Клауда 2. Это комплектации. То есть, если мы посмотрим на Клауды, у них в комплекте, помимо наушников и микрофона, идут разветвители, плюс звуковая карта, панель управления, разветвитель для самолета, разветвитель такой, разветвитель сякой, смены амбушюры. У Cloud Core только комплектная кожаная амбушюра, которая, тем не менее, дает замечательную звукоизоляцию. Плюс у них сам по себе звук такой же, как у Клаудов вторых. У первых Клаудов слегка были задраны высокие частоты, вторые очень ровные. Cloud Core тоже довольно ровно звучат, очень универсальные уши сами по себе. Для прослушивания музыки, для монтажа подойдут вот как раз в наших целях. Но у них комплект попроще. Это кожаные амбушюры, микрофончик и один разветвитель. Тем не менее, они самые бюджетные в линейке, поэтому это здорово. Ну и вот они все перед нами, не могли не заскочить. Вот как раз еще одна система, построенная с максимальным количеством HyperX-овых вкусняшек внутри. И да, и монитор от фирмы AOC. Собственно, все как мы любим, все наши любимые бренды тут. Процессор, понятно, интеловский, HyperX не делает процессоров, это 5820K. Здесь стоит 32 гигабайта DDR4 памяти, которая работает на частоте 3000 МГц. Кстати говоря, многие удивляются, почему, когда вы смотрите через CPU-Z, почему значения такие маленькие. На самом деле они составляют ровно половину от фактической скорости. То есть CPU-Z будет показывать 1500 в случае 3000 МГц и 800 МГц, например, в случае 1600. Тем не менее, это зверская оперативка, и тут ее 32 гига. И здесь стоит нулевой рейд из двух терабайтных SSD-шников, это Kingston Savage X. Как видите, скорость чтения записи около гигабайта в секунду. Запредельные значения, но да, конечно, стоит это тоже относительно запредельных денег. Но смотреть на такие цифры, конечно, очень приятно, особенно если нечто подобное есть у вас дома. В общем-то, вот это был стенд HyperX. Довольно интересное ощущение оказаться на стенде компании, чьи продукты мы в большинстве уже успели протестировать. Ну и, в принципе, как я уже говорил, отличные продукты, отличные уши, отличное соотношение цены-качества. Еще мы вам не показали, единственное, что их гигантский коврик HyperX, он тоже, его даже прямо здесь можно купить, вот он занимает весь стол. Наверное, мне тоже стоит чем-то подобным разжиться. Ну и на этом, пожалуй, буду заканчивать. Увидимся еще на чьих-нибудь стендах. Спасибо за внимание. До встречи.